Как отметил вице-губернатор края Юрий Бурлач, Копыляков – человек в Анапе не новый. Он долгое время был главой Благовещенского сельского поселения, позже работал заместителем руководителя администрации. В последнее время возглавлял департамент потребительской сферы Краснодарского края. Сегодня, ну не просто это решение губернатору удалось, потому что Юрий Федорович на своем месте, он опытный управленец, его в администрации края ценят все. И тем не менее, такое решение принято. Я думаю, что вот весь этот опыт, все те знания и знания непосредственно территории, а это дорогого стоит, они позволят, не сбавляя оборотов, двинуть и экономику, и общественную сферу на улучшение. Юрий Поляков будет исполнять и обязанности мэра города. Нынешний глава Анапы Сергей Сергеев участвует в выборах депутатов законодательного собрания края и сейчас находится в предвыборном отпуске.